Привет всем мыловарам! Сегодня хочу показать вам свои покупочки из сайта мыло Опт, который я очень люблю и давно пользуюсь им. Первое у нас кокосовая стружечка, целлюлозный кокосовый скраб. Будем делать скраб на днях. Это витамин Е, который хочу добавлять в мыло ручной работы. Экстракт липы. Сегодня у меня по плану приготовить ароматное липовое мыло. Кокосовое масло нерафинированное. Дальше три баночки, они одинаковые. Это оливковое масло. Хочу делать впервые мыло с нуля, поэтому мне нужны все масла. Также пальмовое масло, пальмоядровое масло и кокосовое масло. Оно сейчас жидкое, потому что очень жаркая погода. В холодильнике оно отлично остывает. Также мыло основа английское, мое любимое, с которой я буду делать мыло с экстрактом липы сегодня. Обязательно поделюсь с вами. И такая вот миленькая баночка, малюсенькая, для кремчика. Для кремчика под глаза. Здесь 10 мл. Помещается крема. Очень классная. Вот такие покупочки у меня сегодня на сайте мыло Опт. Очень довольна этим сайтом и всем рекомендую. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Всего доброго. Пока.